Что, вот я и добрался до дачи. Сейчас нужно будет переодеться, покушать и работать. Предстоит зашивать фанерой потолок. Продолжать надо работать. В общем, ну вот. Деревенские зарисовки. Пришел за дровами. Нужно растопить печку. В общем, сегодня занимались тем, что зашивали потолок фанерой. Ну и вот уже вечер. День прошел, темнеет. Всем привет! Ну что, вот оно, утро второго дня. Вышел подышать на улицу. Ой, хорошо, сегодня хорошо. Правда, уже, ну, особого мороза нет. Вот. Здесь тишина, спокойствие. Вороны каркают, петухи там где-то вдалеке, собаки лают, самолет где-то летит, где-то там самолет летит. В общем, я еще пока не завтракал, только встал, сходил по нужде, извините за подробности, и вот. Гуляю тут, дышу воздухом. Сейчас пойду позавтракаю. И надо будет продолжать работать. Продолжать обшивать потолок фанерой. Ну вот как-то так. Как-то так. Пока вот такие вот планы на сегодняшний день. Ой, хорошо. О, самолет вон там летит. Но вы его не увидите. Снимаю я на телефон первый раз. Можно сказать, не мое это снимать на телефон. Он там у меня за спиной. Этот самый самолет летит. В общем. Первый влог снятый на телефон у меня. Самолеты летают, там железная дорога проходит у нас. Ну, в общем, как-то так. Ой, рука отмерзает, телефон держать, так что я пошел в дом, позавтракаю и приступлю к работе. Ну, снег лежит, в общем. Наверное, столько же снега и во Владивостоке. Но как-то так. Как-то так. Там электричка, походу, едет. Отошла от станции. В общем, хорошо на даче. Свежий воздух. Вот, все дела. Конечно, еще много-много работы. Много-много. Яйца с сахаром увеличились в объеме раза в 4, а то и в 6. Мы берем быстро, что когда пушка горячая, я не знаю, мне кажется, это один из самых главных аргументов. Перемешиваем. В общем, вышел на улицу. Здесь так чудесно. Ой, тишь, благодать. Погода сегодня прям замечательная вообще. Вот. Не холодно. Мороза нет. Фу. Вышел перекурить, короче. Там осталось чуть-чуть зашить кусочки и один лист пришить. Ну и там где-то это подкрутить еще шурупы. В общем, процесс идет. Работаем потихоньку. Аж весь мокрый. Работаем потихоньку, аж весь мокрый. Вот.
Наслаждайтесь каждым моментом жизни. Находите что-то хорошее во всем, что происходит. Так, наверное, легче, да, будет жить. Легче жить как-то. Самолет летит опять. Что-то понравилось мне на самолеты смотреть. Здесь они часто летают. Пассажирские, большие. Там где-то. Наверное, там, да? Это аэродром. Взлетная площадка. А, вон он летит. Здоровенный. Не знаю, видите ли вы его. Где-то он там за облаками. Вон он летит. Я не знаю, меня слепит. Вам видно? Вот прямо сейчас надо мной. Красавец. Вот он. Ну вот, показал вам самолет. Вы же их не видели, да, ни разу? Самолетов. Ой, хорошо-то как. Природа, тишина. Соседей нет. В общем, сейчас чуть-чуть поработаем еще. Надо будет обедать. Не знаю, завтра или послезавтра домой. Пока еще не определился. Солнце в глаза светит, я на якута похож. Или на японца. Да и фиг с ним. Хорошо. Просто чудесно. Вроде зима уже близко, да? А встречаются пучки зеленой травы, так скажем. Ну, видно. Снег лежит, да? И вот зеленеет что-то такое. Всем привет! Третий день дачного влога. Вчера зашивали потолок. Ну, осталось еще. Работа еще есть. В общем, надо будет кусочками вот это вот зашить. Зашили еще стены чуть-чуть. В этом месте у нас будет стоять кухня. Потолок. Компании «Экспресс-Приморья» и 3 разных телесных карт.